Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Титан. И Хами. У нас небольшой перерывчик, тут Настя просила... Так, сейчас я запишу, как говорят, чуйку. Так. Так, я напишу ей, что съемки. Ну что так вот? Опять съемки. Последние две серии по 20 минут. Так вот напишем. Так, ну и собственно мы продолжаем играть на серии 8 бит. А мы поздоровались? Нет, я уже совсем уже все. Так, я опять буду делать Спарту. Покажи, как я Спарту делаю. Да, сейчас прыгаю. Мне неохота спускаться, делать Спарту. Давай, прыгай. Спарта! А почему я умер? Я же до этого не умирал. Ты с последнего этажа прыгнул. Не, а я с последнего этажа когда-то не умирал. Потому что у тебя броня была. У меня и сейчас броня. Но она, видимо, не спасает. А да, если я упаду? Да ладно ты, экспериментатор. А чё? Так. А чё бы? Яблоки, у меня столько яблок. Они как-то невыгодны их, яблоки эти. Тебе надо яблоки есть? А, вот я тебе хлеб давал. У самого хлеба, ё-моё. А чё из яблок делается? Из яблок делается золотое яблоко. Папа, знаешь, мне надо золотое яблоко. Мульча, золотое яблоко. С блоком. Ты издеваешься, что ли? А чё? Ну ты сказал, а где я тебе возьму это все? Накупать. Найди, давай я тебе дам еду, которая мне не нужна. А ты знаешь, сколько надо золота? Блин, я не туда пошел. Ты знаешь, сколько надо блоков на... На тебе яблоки, курицу... Во, вот это твое. Так, что еще? Папа. Так, да. Ты знаешь, сколько надо золота на... это, чтобы сделать золотое яблоко из блоков, знаешь? А? Знаешь? Ну, наверное. Вот, яблоко, сколько? Порох, это и курица, все. Это то, что знаешь, мне, сколько? Мне нужно. Стак и 8. Наверное, так. Так, так, так. А как? Печенюшки потом делать можно. Ладно, потом печенюшки будем делать. Хлеб есть, это есть. А, дерево сюда. Папа, вот. Для чего гнилая плоть нужна? Ну, посмотри так. Тропическое дерево. Блок плоти. Может, мне тропическое дерево посаживать? А с него ведь только дерево упадает, в принципе, больше ничего. Нужно ли нам дерево? Не знаю. Короче, я пока не буду высаживать. Так, что у нас? Никто ничего не купил? Папа, его из длинной плоти всего 3 делается штуки. Всего 3 штуки из него делаются. Вот это? А нет, какая-то штучка еще. Короче, гнилая плоть ни для чего не нужна. Она Денису нужна делать эти големы, по-моему. Не знаю, ребята говорили. А что он не покупает? А я его спросил, но он вроде потом возьмет. Так. У меня. Ну, у тебя, у меня же у меня нету. Так. Короче, что-то у нас торговля не очень. Ничего не... Я даже не знаю, что мне делать. Арбузы, тыквы... Ой, светильники Джека, арбузы, морковка, картошка, хлеб, дерево, семена, кактусы. Кактусы и свети... Ой, кактусы и потом буду эти... Печенюшки. Все, я, собственно, это все уже.
А, кстати, как-то говорили, что можно коров там и куриц поднять наверх с помощью этого. Удочки. Это веревки какой-то. А удочки? Нет, удочки не получится. Веревка там есть. Смотри, как Где бы типа дорого они наверх, стало. а? 8 монеток, одно железо. Видишь, изменили. Помнишь, раньше было 1 монетка, 16 железа или 8? Одна монетка, 8 железа было, да. Ну, Ага. конечно, помню. А просто перепутали железо с Да, монеткой. Саша, перепутал. Так. А, да я балда. Я зачем поднялся-то опять? А железо можно где-нибудь дешево купить? А то у меня нету железа, мало. Ну, добудь. У энергетиков, может. Надо у них попросить и заплатить потом. У энергетиков в магазине, если у них нет, я не помню. А, сейчас То бегу. нет. Если есть, то есть. Так. У меня 5 монеток только с собой, а в сундуке там еще куча. У них магазинов нету. Монет еще. Раз, два, Покупка три, угля. четыре. Две монетки. Штучки делать. Сделай бронзовую. Не, ну бронзовый пока. Да ты иди накопай тогда, я не знаю. Там уже все раскопали. То есть в Майнкрафте ты официально заявляешь, кончилось железо. Нет. Ну так а чё ты самое начинаешь-то? Ну я знаю, сколько буду искать это железо. Не ищи железо. А что мне делать? Из камня? Ну ты из камня делай, раз ты не хочешь искать железо. Это вот логично, честно говоря. Давай. Только у тебя, во-первых, ты не вздумай его продавать, потому что у тебя вообще никто не будет, не купит, то есть. Во-вторых, у тебя оно это слабое будет, тебя монстры убьют, и ты все потеряешь. Вперед. Ты же сам понимаешь, что из камня особенно охотнику или оружейнику смысл что-то делать. Смысл? Ну, кирку может сделать. Есть какой-то смысл, согласен. Но оружие это из камня, если у тебя. Нет, если у тебя вообще ничего нет, ты берешь кирку, добываешь. А ресурсы. Какие проблемы-то? Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Ты хочешь, я тебе еще раз, мы с тобой тогда давно ругались. Ты хочешь зайти в Майнкрафт, нажать большущую кнопку красную «Пуск», и у тебя сразу же появилось все. Ты выходишь из Майнкрафта и говоришь всем «До свидания». Так? Ты хочешь? Нет. А чё же тогда ты говоришь, что не хочешь добывать? Не хочешь добывать, у тебя не будет ничего. Ну, я согласен, ты не этот, не шахтер. Ну так ты тогда монстров убивай. Ты вообще зачем в Майнкрафт ты сел играть, я не понимаю. Сидеть печенье есть, смотреть на картинку статичную. Или на то, как за тебя кто-то все делает. Так ты фильм смотри тогда, сиди, не играй в Майнкрафт. Че ты играешь тогда? Майнкрафт это не та Золото! игра, в которой нужно лениться.
Я нашел золото и это железо. Игра, в которой нужно не лениться. Папа, я нашел золото. Да я и тебя железо. Понял, я тебе объясняю. Ты меня понимаешь, нет, то, что я тебе говорю, пытаюсь донести до тебя. Ничего не делать в Майнкрафте, ты можешь по прошествию месяца, когда у тебя куча автоматов, куча этих механизмов, куча механизмов, которые тебе еще нужно купить, потому что ты их не имеешь права использовать, платить за энергию, чтобы у тебя были деньги платить за энергию и за механизмы, тебе нужно продавать что-то. Чтобы что-то продавать, тебе нужно добыть что-то. Чтобы добыть, ты охотиться должен. Понял все, нет? Или ты ничего не понял? И чтобы я не слышал, что тебе что-то неохота. В Майнкрафте. Не знаю, в танки играем. Можешь сказать, что мне неохота убивать тот танк. И тогда тебя там убьют. Какие проблемы? Не езди в танки, я не знаю. Или тебе неохота в крестики-нолики играть? Не играй в крестики-нолики. Ты играешь в Майнкрафт, говоришь, тебе неохота это ресурсы добывать. О чем ты говоришь вообще? У нас здесь либо не... Ну, сейчас... Вот у нас раньше были другие правила, да? Что не, ты не, ну, не имеешь права добывать. Или покупаешь лицензию. Сейчас все могут добывать все. Карьером, не карьером. Ты можешь карьер поставить, но за карьер ты должен заплатить, за энергию заплатить. И будет карьер копать те ресурсы. Вперед, договаривайся с энергетиками о цене. Какие проблемы? За карьером там следить надо, чтобы в ящике заполнялось. Если не заполнится, то это пипец будет. Все вывалится, сервер это... Упадет? Упадет. Ты будешь за карьером следить? Нет, я тоже не могу. Мне, говорит, неохота, надо же. Все, добыл уже 23 железа. Что на золото? Ты можешь на пляже говорить, что тебе неохота купаться. Пожалуйста. Ну никак не в Майнкрафте. У меня тут одни криперы, а. Одни криперы. Вот я тебе не помогу и в пещере. Да я особо не прошу, у меня просто тормозит все. Ты ёстель, можтель. Нужен компьютер мощный. Когда-нибудь я это сделаю, куплю. Ай. Они еще какие-то такие, то ли у меня тормозит, то ли они тормозят. И скелет в тростнике запрятался. Блин, а пока я скелет убил, весь тростник это из этого. Так. Я заблудился. Так, так, так. А нет, я нашел выход. Фу, мне так. Нужно освещение. Освещение нужно. Срочненько. Причем. Да ехтель, тетехтель. Подождите. Подождите. Так. Угу. А, опять зомби. Да что это такое? У меня тут не плантация. Не пойми, что тут. Срочно нужно освещение. Чем он на меня идет с лопатой? Зомби-житель с лопатой на меня идет.
знаешь, какао. Это же какао. Ты понимаешь, он на меня идет и идет с лопатой, идет и идет. Да что ты ко мне пристал-то? Что я тебе сделал, зомби? Где он? Там за мной идет. Вон он, с лопатой ко мне пристал. Не убивай. Че? Ты можешь его жителей превратить. Как я его превращу в жителей? Скорее всего, он меня превратит в что-нибудь. В лепешку. Сливаю. Скраб, зелье, лечение. Мозг. Стрела. Все тебе нужно. Мозг. Мозг кого? Чуть мне дырка тут такая. Давайте, Натя, я не знаю. Мне мозг не нужен. Не нужен. Стрела нужна и порох. Гнилая плоть. А чё у тебя тут как-то неровно? Ну, я вот и думаю, как бы мне сделать, слушай. Как же бы мне сделать? Поставь вот тут блок, смотри, вот тут. Ну, придется здесь поставить, а что делать? Отойди, Я отошел. Ну, так получится, ладно. Кто так, где? Так. Ой, факел еще упал тут у меня. Кто где? А что у меня здесь факелы все упали? Я факел упал. Так, сколько у нас времени? У нас еще есть 3 минуты. Предпоследняя у нас эта серия. Ну как предпоследняя? На этой неделе. Так. А куда у меня факелы делись, а все? Если я сейчас прыгну, я опять убьюсь. А я могу упасть на это. Привет! Привет. Я могу упасть на вот это вот на столбик. Тебя подтолкнуть? Подожди, я на столбик хочу. Давай. Ёха, пум. О! Смотри, как классно. Ура! Смотри! Оп! Чего? Блин, у меня потолок помешал. Так. Мне надо... Чё хотел? А, факелы. У меня факелы есть. Факелы. У меня... Да я сейчас сделаю факелы. Нету. Здесь факелы? Да что ты не открываешься-то, алло? Давай открывайся. Так вот. Ты что-нибудь там интересно делал? Делал или сделал? Я добывал, у меня экшен. Экшен? Злаву чуть не упал. Это хорошо, да. Подкопал. Подкопал по собаку случайно. Чуть не испугался, закричал, увидел крипера. Чего? Куда-то одно ведро делось. Может, оно у тебя? Вот это экшен, я закричал и увидел крипера. Это хорошо. Так, куда-то одно ведро делось. Ну ладно. А ничего, если я так закричал? Ну что делать, закричал, лучше закричал, чем не закричал. Ну знаешь, как он меня испугал? Зеленый кактус. Зеленый кактус? Неважно. Неважно. Зеленый кактус. Я хочу золотые яблоки сделать. Да ты представляешь, сколько золота. А золото, что-то я так понял, очень редко тут. Ну, как редко? Посмотри, я в воздухе стою. Ой, я испугался, что я не записываю. Записываю, да. Смотри, я в воздухе стою. Да, так. Все, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.